Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам показать, что осталось от великой свинофермы, которая находилась в городе Ретимно на острове Крит. Раньше здесь под пальмами растили свиней, и остров процветал, и это были его лучшие времена. Как вы знаете, моя мечта была жить на острове. И я мечтал жить на Крите, мне он очень понравился. Но когда я приехал на Крит и увидел, что осталось от самой большой в свое время свинофермы, лучшего свинокомплекса мира, я просто ужаснулся. Как можно было допустить его развал? На этих стульях слева раньше отдыхали работники свинофермы. В главном свинарнике свинокомплекса можно все еще услышать души свиней. В пустыне нет ни воды и ни еды. Я говорю, что я в пустыне. В смысле, мы не пойдем на море? На море. Расположение этой свинофермы было крайне выгодным. Основными покупателями критской свинины были турки. Они очень любили свинину. Из-за критского климата, из-за близости к морю, свинина была на вкус, как морепродукты. Испанцам не давал покоя этот свинокомплекс, но благодаря этим пушкам они успешно отбивали атаки испанцев.